Волонтеры, медики Карачаева-Черкесии наравне с врачами инфекционного отделения борются с коронавирусной инфекцией. Рискуя своим здоровьем, неравнодушные студенты на разных площадках оказывают всевозможную помощь жителям республики. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Добровольцы – это люди доброй воли, они помогают и не ждут ничего взамен. С момента создания в республике штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией студенты медицинского института Северо-Кавказской государственной академии активно подключились к его работе и на разных волонтерских площадках вели свою добровольческую деятельность. Мы встретились с директором медицинского института и узнали, кто же они, герои нашего времени. Волонтеры-медики, то есть наши студенты, это на данный 5-6 курс, они буквально вот 6 курс, через месяц это уже врачи, получают дипломы, могут работать участковыми терапевтами. Они понимают ситуацию в нашей республике и во всем мире. И поэтому, я думаю, они сами хотят помочь и своим коллегам в данной ситуации, и людям. Так как задача врача – это делать добро, помогать в тяжелой ситуации. В конце марта была организована встреча 43 студентов старших курсов медицинского института с руководством Министерства здравоохранения. После студенты прошли курсы дезинфекторов и среднего медицинского персонала по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в обоих госпиталях работает 28 студентов. И сегодня, после смены, мы смогли получить обратную связь от студентов, которые находятся в самом эпицентре событий. Я являюсь студенткой 5 курса, работаю в госпитале. И я считаю, что именно я, именно мы должны сейчас здесь находиться, помочь нашим врачам, нашей республике. И для нас это, конечно же, колоссальный опыт. Работать очень-очень тяжело, как морально, так и физически. Мы пришли сюда как волонтеры, добровольцы, чтобы помогать нашим коллегам, нашим врачам, среднему медперсоналу, младшему. Почему? Потому что сейчас именно наша помощь, думаю, необходима, и наша поддержка в такое время, она очень важна. Стараемся по мере возможности работать, и мы для себя тоже узнаем много нового. Это большой колоссальный опыт. Хотелось бы сказать всем сидеть дома, и сидя дома вы помогаете не только себе, но и нам. 6 апреля в медицинские учреждения республики было направлено 180 студентов, которые параллельно проходят практику. Помимо этого, волонтеры-медики принимают участие в работе единого штаба по оказанию помощи маломобильным гражданам республики. Руслан Джукаев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия.